Подводя итоги 2021 года, родительский комитет вместе с тренером Маргаритой Скрипченко провели 25 декабря в совхозе имени Ленина отчетный концерт соревнования по художественной гимнастике. Нормативы ОПП. Ласточка. Ножницы. Кувырок вперед. Складочка. Соревновательная программа включала в себя демонстрацию общей физической подготовки, групповые выступления, показательные номера и открытый урок хореографии. Всего в соревнованиях приняло участие 50 человек. Возраст самой младшей участницы – 2 года, а самый старший – 11 лет. Соревнования посетил директор ЗАО совхоз имени Ленина Павел Грудинин. Родители и спортсменки горячо приветствовали его появление. Он выступил с речью и наградил всех участниц призами, учрежденными трудовым коллективом народного предприятия. Я понял, что главное в этом спорте, это как у нас. Даже если очень тяжело, если трудно, надо улыбаться. Улыбаться, делать вид, что ничего не происходит. Мы сейчас в совхозе то же самое это делаем, улыбаемся, даже если не очень все хорошо. Кто-то, если говорит, что Россия великая страна, потому что много вооружений, не прав. Мы богаты вот этими детьми. Спасибо вам большое, что они у нас есть. Хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как земляника. Но нет, это пробовать не надо, а ту, которую мы производим. И мы хотим пожелать вам и вам, дорогие родители, чтобы вы были здоровы, счастливы, чтобы дальше радовали нас вот этим прекрасным пополнением, которое у нас есть. Спасибо вам большое, здоровья, счастья и с Новым годом! В завершении состоялось торжественное вручение сертификатов о присвоении юношеских разрядов по художественной гимнастике. Очень трогательным выглядело награждение самой юной спортсменки, которой на этот момент исполнилось только 2 годика. Дорогой Павел Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы делаете для наших детей. Спасибо вам огромное за то, чем сегодня занимаются мои лично дети. 27 лет живем в совхозе и ни минуту не пожалели, и никогда отсюда не уедем. Будем всегда преданы вам. Спасибо вам огромное. Наши дети большие молодцы, и это все благодаря нашему тренеру, конечно, хореографу и... Естественно, Павлу Николаевичу. Мы благодарим его за их счастливое детство. Мы здесь не занимаемся, то есть нас пригласила Маргарита, потому что она у нас раньше вела. Вот, и поэтому мы здесь. Здорово было посмотреть, как у вас тут все. Спасибо большое за приглашение. С каждым днем мы улучшаем свои результаты. Нас стало больше, если сравнить вот с нашим летним отчетным концертом. И в целом программа, мне кажется, была достойная. Дети показали то, чему научились за этот период. Мы уже работаем почти год. Вот, поэтому я думаю, что дальше будет только лучше. И я хотела бы поздравить всех с Новым годом. Пожелать, чтобы будущий 2022 год принес нам множество улыбок, свершение всех целей и больших-больших высот. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам в наступающем году к
крепкого здоровья, красоты, любви и исполнения всех-всех-всех ваших заветных желаний. С наступающим Новым годом вас! Соревнования завершились, но впереди у тренера грандиозные планы. Маргарита Евгеньевна нацеливает своих подопечных на выступления на крупных турнирах и выполнение более высоких спортивных разрядов. И пусть вас, наши уважаемые зрители, эти амбициозные планы не удивляют. Ведь художественная гимнастика – спорт юных. Мы же будем следить и рассказывать о новых победах наших юных землячек в 2022 году. С вами, как всегда, был ТВ-совхоз. До скорого!